делаем окрошку сегодня. У нас тут запах такой. Потом подождем. Мы как-то ели у Савельевичих. Вообще мы сами никогда не делали, да, на квасе на таком. Ну да, мы не делали. Не делали. Не очень давно. И нам его у Савельевичих попробовали, очень вкусно. Да. В общем, у нас сегодня окрошка, запах такой у нас. Еще сейчас покажу, у нас пирог печется. Он правда в коробках. Сейчас. Он правда в коробках такой магазинный я брала. Вот, смесь спуча в магазине. Покупаем это доллар. Точнее, два раза брали. И сейчас покажу его. Пирог этот. И я сижу, прям такой запах вот этот, очень вкусный. Вот. И решила показать такой процесс. Не знаю, как лучше дальше. Не надо так. Налаживаем. Раз, два, три. Три? Я шучу, не-не. Уже некуда три. Раз. Два. Два с половиной. Ты чуть-чуть жижа на его. Ты густой же не любишь, я люблю густой. Так. И пирог. Ну, я, конечно, запах не могу передать, как бы, но это только... Ванильный. Да, только ванильный, теплый такой запах хороший. Наверное, уже готов. Я его пробовала уже так, вытаскивая. Да, наверное, вот он весь уже пропекся. Поковырял его, взяла. Да, пропекся. Все, я выключаю. Ну, на чуть-чуть можно его еще поставить. Ставим еще назад на немножко. Ну, я уже выключила. Да, допарить, так сказать, да, еще чуть-чуть. Надо пробовать, потому что... Шай хорошо. Нет, я сначала попробую. Вкусно. Прям ложкой вниз под дно. Ага, вот так. Он сейчас раз с этой гущей разомлется. Так, правда, я сейчас присолю. Да, солить надо. Колбасу купили в русском магазине. Почти не солил. Квас тоже в русском магазине. Тут редиска, колбаска вареная. Ну и как обычно. Огурчик. Огурчик.